«Сталинградский перелом» в рамках программы «Молодежь Z» в центре «Патриот» прошла викторина «Сталинградский перелом». На интеллектуальной игре побывала и наша съемочная группа. И в памяти, в вашей памяти, останутся те события, страшные события Сталинградской битвы. А она была переломом, переломом нашей победы в Великой Отечественной войне. Я желаю вам сегодня показать свои знания наилучшим образом. В центре «Патриот» собрались волонтеры Центра по профориентации, студенты Серпуховского медицинского колледжа и молодая гвардия «Единой России», маргеловцы, юноармейцы, активисты молодежного совета при главе городского округа и подросткового клуба «Надежда». Сегодня у нас проходит мероприятие, посвященное Сталинградскому перелому. Сделано для нашего подрастающего поколения и направлено на то, чтобы они не забывали важные события в нашей стране и в нашей истории. На основе документального фильма «Сталинград» ребятам подготовили вопросы. Я представляю молодежный совет при главе городского округа. Мы пришли сюда с боевым настроем и хотим победить. Мы долгое время изучали историю, чтобы ответить на все вопросы верно. У нас также были тренировочные занятия, где мы изучали историю. Для меня это важно, и я думаю, что каждый подросток должен знать историю своей страны. Я хочу узнать больше о истории своей родины, о подвигах наших прадедов и узнать всю историю войны. Победителями интеллектуальной игры стали ребята из молодежного совета при главе городского округа. После викторины каждая команда получила подарки от местного отделения партии «Единая Россия». Ребята также написали письма солдатам, которые находятся в зоне специальной военной операции.